Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И, как всегда, по традиции, начинаем именно с ивента. Так, ну что у нас здесь? Ну, показывайте давай уже. Ага, ясно. В принципе, я думаю, что ничего сложного здесь не будет. Скорострелы. Плюс маленькие грибочки-викинги. Ну, куда ты прешь, а? Откуда ты прешь, я тебя спрашиваю. Оу, призывают короля, да? Ну что ж, давай поговорим тогда по-другому. Так, слушай, здесь у нас идет халабуда в шлеме. Это не есть гуд. Это не есть гуд. Давай тогда вот так вот будем. Раз они по-плохому, то и мы по-плохому. Блин, жалко, сейчас грибок съедят, наверное, да? Или не съедят? Ну-ка. Пока все прекрасно. Все у нас отлично получается. Ого. Ого, сколько тут, ты посмотри, сколько бежит. Всяких охламонов тут на меня. Слушай, надо что-то делать. Нам нужно с тобой срочно что-то делать. Ты посмотри. Магнит, помогаем. Тынь, 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 тынь. Вот совсем другое дело. Найс. Скорострелы мне помогают здесь вообще круто, если честно. Так, а вот это что у нас за хламон тут идет? Подкрадывается, а? Ты посмотри. Так, мне бы не помешало. Вот. Раздаем, раздаем люлей обратно. Так, маленький грибок сюда поставим с тобой. И сделаем, наверное, вот так вот. Тынь, 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 правильно. Чтоб не выпендривался, верно? Вот здесь вот, конечно, плохо. Смотри. А если вот так вот? Воу. Тогда хорошо. Тогда очень даже хорошо. Ну что я тебе могу сказать? В принципе, победа за нами. Вот так вот сделаем. Без шлемов они сразу становятся ватными. И мы их с полтычка разбираем. Полтычка. Ой-ой-ой-ой. Ну зачем ты толкаешь, а? Вот зачем ты толкаешь, объясни мне. Он меня взбесил просто. Все, раздавили мы его. Ну, как ты понимаешь, первая победа за нами. Давай смотреть, что же нам здесь с тобой достанется. Какие награды. Итак, чеснок. Угу. Стручковый зомби и 1000 монет. Ну что ж, я думаю, надо переиграть. Переиграть еще разочек. Для того, чтобы получить еще немножечко денежек и каких-нибудь семян. Ну что, попытка номер 2. Я думаю, что у нас все должно получиться. Поехали. Маленькие грибочки, ставим их сюда, наверное. Так, скорострел, куда тебя? Давай здесь. Так, наверное, мы сделаем вот так все-таки. Магнит... А, магнит у нас уже без ульты. Это не есть гуд на самом деле. Без ульты будет плохо. И сложно. Так что, ребята, не знаю, как мы тут с тобой сейчас будем выигрывать. Просто ума не приложу. А ведь надо. Твою же налево, а. Совсем плохо. Совсем все очень плохо, ребят. Как быть-то? Блин. Ладно, будем с тобой тогда копить на наши вот эти вот маленькие растения. А потом будем их всех скупом применять. Ну и ты вот понял, да, что я имею в виду? Хотя можно и вот так сделать. Сдуть их отсюда. Раз другого варианта пока нету. Поставим здесь твой магнит. Ну, вряд ли мне это поможет. Без потерь тут, видимо, не обойдется у нас. Никак не сможем мы с тобой здесь выполнить. Еще эти короли там. Они же, в принципе, и превращают, да? Зомби со шлемами. Сложно, сложно все это как-то
Ну давайте вот этого-то забомбить. И, господи, вот этого-то что, так сложно, что ли? Я не могу понять. Никаких проблем не должно же быть. Придется прикрываться. Так, что мы тут можем с вами сделать? Ну вот так вот заберем все магниты. Точнее, все шлемы у зомби. Наверное, именно на это рассчитываю. А вот тут-то как быть? Ты видишь? Тут сейчас начнет толкать охламон нас. Не успел никуда нас толкнуть, и отлично. Держим, держим, друзья мои, оборону. Ни шагу назад, только вперед. Еще магнитик, может быть, сюда его поставить. Грибочки эти исчезают со временем, я знаю, ребят, но у меня нету удобряшки, чтобы... Хотя, подожди. Вот так вот, если мы сделаем... Норма. Вот это было сейчас хорошо, кстати. И самое главное, что вовремя сделано. Вот это только нас, конечно, сейчас будет тут толкать. Проедоха. Так, короля этого надо бомбануть. Он уже достал тут сидеть. На троне, понимаешь, восседает. Ну и все, в принципе. Голову с плеч. Прошли, прошли мы с вами. Давай забирать теперь пиньяты. Так, 10 стручкового зомби. И опять этот чеснок. И 1500 монет. Ну ладно, хорошо. Давай теперь смотреть, что у нас с тобой доступно по испытаниям. И вообще, что мы можем сегодня здесь сделать. Ну, во-первых, забрать сразу же наши награды. А это гемы. Забрали. Сколько там? 2 штучки. Отлично. Так, теперь посмотрим, что у нас тут бесплатно предлагают. Ох ты, это что у нас такое, ребята? Это что-то новенькое, да? Так, бесплатно забираем с тобой пиньяту. Так, 5 семян на кукурузу. И 5 семян на цитрона. Вот оно как. Прекрасно. Что у нас еще здесь есть? О, слушай, ну это... А, это костюм. Как он смотрится здесь. Слушай, может быть, взять, а? И этот. Давай я возьму, ребят. И вот этот костюм. Мне нравится. Так, ну что, теперь пора смотреть нам то, что нам доступно. Так, начнем, пожалуй, наверное. Так, отсюда выйдем. На огород... А, в принципе, подожди, на огород нужно зайти. Но я не на огород нажал. Потому что мы же с тобой потратили супермагнит на испытании, да? На ивенте. Так что там ячейка освободилась. Значит, нужно что-то посадить. И... Блин, чеснок, гарлик, да? Пускай, ладно, будет. Так, испытание. Ну, испытание понятно. Плюс у нас Пенни Пурсуит, да? Погоня за Пенни. Так, давай посмотрим на аренке, что у нас тут происходит. Ага, 140 кубков, да? А нам нужно с тобой 150, чтобы получить 50 хокус-крокус, да? Ладно, это мы учтем с тобой. Арену мы будем проходить уже в самом, ребят, конце. Пенни Пурсуит, а есть что-нибудь у нас по ивентам? Вау! Нифига, ребята, 2 ивента. Глум Вейн и Зомби Ампет. Так, это стручковый зомби и Глум Вейн. Это случайно не новое растение, которого там было? Давай попробуем, погнали, короче. Я хочу посмотреть. Во-первых, нужно протестить, что это за растение, да, и с чем его, как говорится, едят. Так, Пенни нам тут... Ой, а что так сразу? Зашибись. Ну и куда я его воткну? Молодцы такие. Ну-ка. А что он делает? Я что-то не могу понять, ребят. Что-то как-то... А, ты прикинь, он вокруг себя бомбит. Смотри. Он спорами распыляет. Нифига себе. Слушай, так это же круто. Что он так умеет делать? Прикинь, он просто сделал зачистку. Так, тихо, тихо, попугай тут еще летит.
Так, гарлик. Гарлик, куда тебе гарлик поставить? Давай сюда поставим. Слушай, мне уже нравится. Оно, конечно, только ближнего боя, я так понимаю. Или подожди. Или оно вдаль тоже может бомбить. Не пойму пока. Нет, ребят, только ближний бой. Но все равно. Все равно это классно. Согласись. Вот я сюда поставлю гигарлик. Но это у нас теневое растение, да. Соответственно, его лучше, наверное, ставить вместе с этим, как его, с лунным цветком, мне так кажется. Он вообще с ним и идеально зайдет. А особенно против куриц еще неплохо он действует. Слушай, так это вообще имба. Ребята, это имба-имбище. Ну, серьезно тебе говорю. Кто там, где там гаргантюаха? Я же слышу, топает уже. Покажись. Вон он. Мы его... Интересно, вот этот цветок может его сразу уничтожить или нет? Наверное, не получится, да? Нет. Зомби. Давай сюда поставим. Сюда. Слушай, я хочу вот это растение, ребят. Блин, ну оно действительно классное. Кто со мной согласен, ставим лайк. Вообще крутое. Посмотри. Защищает вокруг себя. Зачистку делает. Ну и очень быстро атакует, ко всему прочему. Мне понравилось. Найс. Ладушки, давай смотреть дальше, что оно будет, как себя проявлять на следующих испытаниях. Тут так вообще меня порадовало. Окей. Так, ну что, первое с тобой испытание мы прошли. Переходим плавненько на второе. Классно. Я представляю, если его с лунным цветком, оно должно, наверное, как-то усиливаться. Ну, у нас, как всегда, звонки. В общем, не вовремя все. Так, ладно, не будем отвлекаться. Не понял. Летуны. Ну-ка. Так, а он подбивает и летающих, что ли? Да ладно. Че, серьезно? Слушай, ну это круто. Кто там опять кто-то там бубнит, а? Ага. Чайки летят. Окей. Давай сюда поставим заморозку. Слушай, я могу в принципе... Нет, пока не хочу. Не буду пока делать этого. Вот так вот. Оу. Это тут со своей защитой идет, прет. Блин, а как бы нам ее сломать? Вот, момент истины. Неплохо так мы зарядили. Куда ты прыгаешь? Попрыгун, куда ты прыгаешь, я тебя спрашиваю. Давай сюда влепим. Смотри, 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 какой отряд у нас идет. Ну что, активируем? Ну, я тебе скажу, норм. Вот эти вот щиты, конечно, меня бесят. Мне бы... Вот. Тыдыч. А после этого надо вот так активировать сразу же, да? Давай, бомби. Этих летающих всех, как говорится, в хламину. Изи. Так, иди сюда. Финальная волна, да, значит, у нас. Ну что, активируем или как? Или ждем? Наверное, все-таки надо активировать. Нифига тут кипишняк мы с тобой устроили. Ну я тебе скажу, все, ребят, практически выиграли. Сейчас еще одну заходочку сделаем. Ну ты сам видишь. Просто не шанса. Тут еще какие-то пушки, оказывается, стоят. Я их увидел только сейчас. Но это для нас не проблема. Так, а это что еще? Не упало, не взорвалось, не уничтожилось? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Свою защиту врубает. На, все. Слушай, ну и здесь тоже неплохо себя проявили. Вот эти вот Глумвейн. Так это у нас был, получается, второй этап, да? Ну что, пойдем тогда на третий. Смотрим, что нам здесь с тобой
достанется. Какое поле, какие зомби. Ну давай, давай, давай. Ага, а здесь уже у нас как раз тот самый лунный цветок. Нам нельзя с тобой брать подсолнухи, как ни странно. Слушай, ну здесь, наверное, нам надо будет брать с тобой шипастую лужайку. Где она? Вот. Потому что она у нас под ультой. И что еще? Наверное, гипногрипп я возьму. Слушай, а как я буду, интересно, получать подсолнухи? Вот это можно мне узнать? Давай-ка мы, наверное, с тобой что-нибудь оставим на потом. Вдруг у нас фейлится здесь. Тут как бы обычные зомби. Угу. Так, мины есть? Надо минки взять с собой, потому что там зомби эти, которые кружатся, вертятся, да? Роботов нету? Нету. Значит, персик нам здесь не пригодится. Есть три стрелы у нас с тобой. Мину. Надо брать мину тогда, получается. Можно, в принципе, и лаву-гуаву прихватить. Так, подожди-ка. А, лунный цветок у нас уже там стоит? Возьмем тогда вот так с тобой. Лунный цветок можно взять здесь или нет? Блин, это не то. Хотя какая разница, пускай тоже будет здесь за нас. И, наверное, Аки возьмем. Все, друзья мои. Вот кто нам будет давать энергию. Правда, так мало. И только сейчас я понял, что мне не хватает. Друзья мои, мне не хватает моих этих маленьких орешков ночных. Но вот чего не хватает на самом деле. Так, ладно. Попробуем здесь с тобой отстоять как-нибудь уж. Блин, ну не хватает энергии, хоть ты тут тресни, а. Не хватает мне энергии. Предположим. Так, Блумвейн, надо везде их повставлять. Вон он тут идет. Шитикоголовый, да? Так, и этому правильно, так и надо. Ага. Давай-ка иди сюда. Еще одна удобряшка, да, нам выпала. Ей-е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 й, ну. Что-то даже бомбить не собирается. Так, надо дублировать. О, тут у нас еще и эти. Так, да, поехали. Гипно капуста. Она нам здесь совсем не помешает. Тихо, 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 родной. А, он же сейчас будет отбивать. Тогда вот так вот делаем. Пока все хорошо, ребят, пока все отлично. Вот здесь только вот не нравится мне. Сделаем, наверное, вот таким вот образом. Круто. А ну-ка, сдувай-ка всех. Такой деловой... А почему не сработал на него? Должно же... А, он загипнотизирован, все, я понял. А тут? Тут у нас так уже лужайка стоит. Ну-ка, что ты делаешь, интересно? Ага, понял. Она то же самое, ребята, распыляет, но только более, как сказать, усиленно. Ох ты. А хухо, не хухо, что-то вы тут вообще, ребят, прибурели, я смотрю. Блин, бросает кувшины, да, свои? Бросает свои кувшины, а из них... Опа! Ну-ка, давай назад. Ну, я тебе скажу, что неплохо. Сломали катапульту. Ну и, по идее, победа за нами. А что это, смотри-ка, у нас какой-то тут защитный барьер. А кто его делает? Вот это, видишь, вон защита там стоит. Хм, интересно. Ну, самое главное, что мы с тобой здесь все-таки продержались. Переходим с тобой на четвертую миссию. То есть остаются всего лишь две миссии нам с тобой продержаться, и все будет тип-топ. Поехали. Это что такое, я не понял. Что за фокус это, ёлки-пал. Я говорю, на следующую миссию меня давай переводи. Перевел куда-то меня обратно, просто вышел и все.
Смотрим, что у нас тут. Ну, давай, 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 родной мой. Ох ты, ох ты. Там и гаргантюа, и этот осьминог. Опа, вот таким растением, ребята, я не пользовался. Я не знаю, что оно делает. Но это, по-моему, корнишон у нас, да? И оно, по-моему, тоже... Ох ты. Опа. Глянь-ка, что делает. Ха-ха. Слушай, бомбит не кисло. Мне нравится такой подход. О, мое любимое. Так, тихо, вот. А надгробия как бы здесь и нам не нужны. Надо их уничтожать. Магнитики. Так, подожди, вот здесь вот проходит. Вот здесь проходит вражина. Давай, корнишончик, попробуй. Успели. А как он, интересно, работает под ультой? Ё-моё. Чем-то мне напоминает, друзья мои, чертополох, но... Даже не знаю, как тебе объяснить-то. Лучше или хуже? Ну, практически одинаково. Мне кажется, он будет мощнее, чем чертополох. И бомбит он быстрее, по-моему, да? По скорости именно атаки. Пока все мне нравится. Глумвейн — это вот единственное, знаешь что? Что она только вблизи действует. Только в, вот в ближайшей клетке. И все. Куда-то там на дальнее расстояние не прокатит такой вариант. Так, секундочку. Врубаем. Упс, половину так усосало, да? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, давай. Нормуль так. Давай сюда поставим. И вот сюда. Опа. Бомжики-попрыгунчики у нас. Бомжики-попрыгунчики. Ну что, еще раз активируем. Жит. Тут мне нравится. Не понял. Мы их убрали, а тут на-ка, посмотри, что появилось. Давай всем их вот так вот, отлично. И еще разок, наверное, да, так же сделаем. Жих, замечательно. Что-то бомбили, блин. Смотри, кто идет. Ё-моё, а как тут-то быть? Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Это не есть гуд. Вот эти вот самые бесявые, блин, по-моему, для меня вот лично. Все, подбили мы его. Отдуплился парень, отдуплился, я тебе говорю. Так, теперь жит. Нормуль. Поглотили, так сказать, да? Слушай, они, по-моему, массово бомбят. Они вот стреляют, и видишь, не только по одному зомби попадают, а еще кто рядом стоит. Ну что же, корнишончики, давайте не подведите меня. Упс. Свою русалочку вшивую бросает. Так, а мы вот так вот применяем. Да. Ну подбиваем. Справляемся, смотри. И это круто. Такой расколбас мне нравится. И вот эти вот корнишончики нравятся, которые стреляют. И Глумвейн тоже мне нравится. Сколько нам еще тут нужно? Все, последние зомби, и этих добьем. По красоте, я тебе скажу. Ну-ка. Магнит такой в этих. Это же, видишь, гриб? Гриб держит магнит. Еще и плащ у него одет. Ну что, прекрасно. Остается нам пройти с тобой последнее испытание. А вот что мы с тобой получим? Мы получим пиньяту. А что в этой пиньяте? Конечно, хотелось бы семена на новое вот это вот растение. Или на корнишончик, да? Или же на Глумвейн. Но там же не обязательно это. Там могут дать тебе рандомное. Все, что угодно. Ага, защитить снэпдрагонов, значит, да? Попробуем. Вот, вот это, кстати, хорошо, что эти дали нам. Это очень хорошо.
Блин. А что так резко-то? Что-то как-то вы тут уж больно шустро начали. Ну-ка давай, бомби. Еще и этих танцоров, да, позвали? Молодцы, красавцы, ничего не могу сказать. Эй! Да как же так-то? Да ну! Блин, а что происходит-то? Да тут трэш. Я вот смотрю, наблюдаю, главное, чтобы одна сработала, да, все-таки? Одна сработала. Так, поставим сюда вот это вот. Друзья мои, придется вот так вот делать. Так, а тут-то что? Не знаю, как мы тут сейчас с тобой будем. Как-то вот таким вот образом, блин. Тут уследи еще за всем, понимаешь? Угу. Прикатились. Давай, 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 давай. Вы сейчас, блин, серьезно вот это вот все? Вы че? Фига вы тут армаду на меня отправили. Совсем, блин, припухли. Ты посмотри. Еще и Гаргантюаха там идет. Вообще замечательно. Ну-ка. Я в шоке. И там еще этот идет. Да. Не, я, конечно, пытаюсь как-то отбиться, друзья, но вот. И вроде бы как получается, если честно. Хух. Да, да, получается. Тут, конечно, перебор, блин. Нифига они тут на меня направили. Ну, ты сам видел. Давай сюда наверх, пускай оно их бомбит. Фортепиано этого музыканта фигово. Все. Ну, последние уровни всегда отличались своей сложнотой, ребята. Так что... Прошли же, да? Или еще одно будет испытание? Я уже что-то... Нет, прошли. Так, и давай смотреть, что же тут в награду мы получим. Так, есть, ребята. 50 карточек семян, точнее, мы получили на Gloomvayne. Нужно еще 200. Какая малость. Всего лишь 200. Но у нас еще есть одно испытание. Это зомби and pot. Это у нас, по-моему... По-моему, это... А растение, вот это вот, растение-зомби. Да, стручковый зомби, я его так называю. По-моему, это связано именно с ним. Пушки, блин, сурки, хомячки и все тому подобное. Понятно. Весело сейчас будет, да, я чувствую. Зомбис, вот тебе и зомбис. Ну, уменьшил ты, молодец. На один раз этого и хватило всего лишь уменьшатора вашего. А вон и этот идет, блин, со своими курицами. Вот это вот плохо. Давай, давай, расстреливаем, расстреливаем там. Так, с малышами-то, с малышами справишься или нет? Опа, у меня вот что есть. И оно массовое у меня. И это круто. И это круто. Ну куда вы, хорьки, прете? Так, тихо, где-то летающие зомби. Нет, 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 нет. Этому не бывать. Удобряшек целая куча у меня уже. Врубаем. Тут тоже активируем. Ну что, я так понимаю, ребят, тут победа за нами. Тут даже и говорить не о чем. Единственное, жалко, что мы с тобой здесь потратили уменьшатор с ультой, да? И кто у нас еще был? По-моему, все, только уменьшатор с ультой. Но все равно жалко.
потратили. Он нам бы пригодился, наверное, если бы был бы, например, на последней миссии. Так, мы сейчас с тобой заработали 5 гемов. 5 гемов — это всегда хорошо, но мы продолжаем наш ивент. Поехали. Кстати, мы получим 50 семян. Я так понимаю, именно на стручкового зомби. 100% гарантию. Ох, ё-моё, 100% гарантию не дам тебе, но, по-моему, так оно и будет. Цитрон. Угу. Давай, бомби. Сейчас там будут зомби на нас идти. Ёлки-палки, только вот этих вот охламонов нам не хватало. Ну-ка, вырубились. Вырубились, а мои цитроны будут вас бомбить. Так, выходи. Ты тоже. Давай сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Эй, 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 я не слишком ли вас опять много-то так? Вот начинается вот это вот. Гасим. Бум-бам. Окей. Кто там кряхтит так ужасно? Блин, серферы идут. Серферы-зомби. Ай-яй-яй. Что, нам придется вот так, наверное, сделать? Да вырубитесь вы, а? Достали уже идти. Так, давай сюда, наверное, активируем. И сюда. Этого... А, побили, да, там? Ну и отлично. Конечно, нет. Ну, этих мы сейчас вырубим сами. Опа, опа, идут там, идут. Голодранцы. Давай сюда. Ну, куда тебя ветром-то занесло, а? Ой-ой-ой-ой, там же прожарка идет по полной программе. Так, ну что, активируем. Этих надо гасить. Что-то они тут вообще оборзели, я смотрю. В корень причем. Эй, может быть, хватит сюда-то прям вот. Совсем офигели, а. Ну ты посмотри. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да. Трындец, ты посмотри, что творится. Офигенно. Вырубаем их. Так, я сказал же, вырубаем. А, даже здесь уже прошли, я и не увидел. Ну что, активируем еще тогда одного. А этих делаем в отрубон. Ну. Стручковые зомби. Все, по-моему, да? Справились с горем пополам. Пибич. Добили там этого хламона Гаргантюа. Так, это у нас второй этап. Ну, сложновато уже было. А еще три впереди. Зашибательски. Где у нас тут? Вот. Поехали. Дальше продолжаем смотреть, что у нас тут будет происходить. Какая вальханалия, да? Ну, твою же налево. Дэнс-площадка. То есть, ну, готовимся к худшему. К танцулькам, сам понимаешь, к ускорению и ко всему прочему. Во-во-во, началось. Началось, ребята. Ну, пока здесь идут одни русалки. Ну, якобы русалки, а на самом деле это зомби. Просто надел какой-то на себе памперс, ёлки-палки. И думает, что это красиво. Прическу, парик где-то еще надыбал. Прикидывается, да? Типа человека косит. Ай, зомби-зомби. А зомбос там наяривает, танцует. Так, ладно, шутки пока в сторону, ребята. Лук поставим сюда. Мне этот лук напоминает, знаешь, кого? Этот, соломенная шляпа из фильма или мультика это. Элли в стране чудес. Ой, Элли в стране чудес. Как называется-то? Урфин Джуз или как? Ну, ты понял, да? Элли, там, Татошка. Соломенная шляпа там был. Чучело-то. Вот он мне почему-то вот именно напоминает его голову. Так, тихо, тихо, тихо. Началось, а. На-ка, жуй фасольку. Ну,
Ну, пока тут все нормуль. Пока претензий у меня нету. Все очень медленно идет. Мне кажется, сейчас будет ускорение какое-то. По идее, зомбосс должен тут активную музычку врубить. И тут начнется веселуха. Так ведь должно быть или нет? Или сегодня без танцев-шманцев? Да, конечно. Вон. Идут. Дискари. Начинается вот это вот. Так, ребята, активируем что? Вот так вот, наверное, да? Да-да-да-да-да. И вот так вот. И всех в разнос. Плюс делаем заморозку. Массовую. Пускай постоят, подумают над своим поведением. Думают, они только могут здесь выпендриваться. Ага. Так, сколько? Еще будет волна одна, да? Последняя. Скажем так, заключительная. Ох, ё, еще и разлом тут. Тут еще и разлом, оказывается, есть. Ну, в принципе, пока нормуль. Пока вроде бы справляемся. Давай чеснок, точнее лук. Сюда давай еще поставим с тобой. Капельку заморозку. Сделаем сюда. И сюда. Что ты там лопаешь? Да лопался. Все прекрасно. Все просто замечательно, друзья. Ну вот, вот она победа. А кто из... А, вот остался зомби. Он замороженный, поэтому он очень медленно падает. Прекрасно. Ну, других слов у меня нету, друзья мои. Все очень хорошо получилось у нас. Так что мы двигаемся с тобой на следующую очередную миссию. На четвертую. То есть еще осталось два задания. Нам пробежаться и все. Дело будет сделано. Так. Маги, Гаргантюа, Палач. Все дела. А у нас с тобой даются шипы каменные. Зачем? Вопрос. Понял. Теперь я понял, зачем. Против этих шутов гороховых. Блин, чё? Подожди, а почему я не могу поставить? Вот. Давай. Бомби по зомби именно. Отлично. А вот это не есть гуд. Блин, это плохо, ребята. Это с курицами у нас идет. Шипы тогда нам надо будет вот сюда влепить. Я теперь понял, для чего нам нужны шипы. Видимо, здесь будет курятня целая. Слушай, он запарил. Вот так поставим с тобой, да? Давай, бонг, чё, бомби. А, тут еще и бочки, оказывается, с шипами. Ой, бочки просто. С какими-то шипами, о чем я вообще говорю. Ну-ка, посмотрим. А что это растение нам укрепляет? Только лишь... Ага, вот что. Наши стручковые зомби надели на голову половинки арбузов и думают, что они крутые, да? Ну, может быть, оно так и есть? Не знаю. Я знаю только одно, что тут что-то их чересчур много идет. Это я знаю. Ну-ка. Другого варианта не было. Блин, маги. Самые противные здесь, ребята, маги. Потому что они превращают наших растений вот в таких тупых баранов. И ничего сделать они уже не смогут. Погнали. Так, там тоже, да, я смотрю. Гаргантюа, Палач, еще один вышел. И кто кого? Мой Гаргантюа или его? Ага. Он шипы уничтожал. Ну что он там бомбит? Он по шипам стучал. Есть, мы победили здесь. Вот, по крайней мере, нижнего Гаргантюа мы свой вырубили. И верхнего тоже подбили. Оставим с тобой мяту. Отлично. Ну что же, мы и здесь с тобой выиграли. Денег, конечно, очень мало дают, но...
Главное, что вообще хоть что-то дает. Поехали с тобой. Заключительный у нас этап здесь. Будем отбиваться. И он самый сложный, по идее, должен быть, да? Опять мне нужно защитить вот эту вот дорожку из цветочков. А против меня, как всегда, куча зомби. Просто орды зомбарей, да? Орех. Давай сюда поставим, предположим. Лужайка шипастая. Я не знаю, наверное, вот сюда поставить ее лучше. Пока не знаю, чего тут нам ожидать. Не знаю, ребята. Будем держаться, крепчаться. Опачки. А вот это, кстати, очень кстати. То, что у нас с тобой здесь вот и есть вот такой вот горохострел с удобряшкой. Это круто, это всегда круто. Потому что мы сможем его выставлять, и он будет, конечно, ультовать. Мы пока тратить его не будем, это уже на крайний случай, если будет какая-то там катавасия. Ага, ага, смотри. Ну тут уже, да, тут, наверное, явно придется нам с тобой активировать. Как же я ненавижу вот этих вот попугаев. Видишь, что они делают? Тырят. В наглую причем. Тырят в наглую мои растения. Совсем прибури... Эй! Ну, это я уже считаю чересчур, ребят. Это уже борзость вот сейчас было. Понимаешь? Это уже была борзость. Давай, наверное, вот так с тобой тогда уже орехи здесь поставим. Фиг знает, чего тут еще ожидать от них. Поверь, они еще приземлятся здесь, прилетят. Пираты перепрыгивают. Пираты перепрыгивают. Так, бомбим, бомбим, бомбим пиратов. Отлично, справились. Сюда выставляем. Так, тут, наверное, нам придется вот так сделать. Ну, вроде бы, ребят, пока все под контролем. Пока все у нас нормуль. Удобрений куча. Так, ага, вижу. Зомби внизу, да? Гаргантюа, этот палач идет. Сюда поставим. Что-то бубнит еще. Нам не отступать, не сдаваться нельзя. Ну что ты там, палач? Сейчас достреляешься, добьешься своей кувалдой. Все? Нет? Нет, не все. На! Да выпендривался. Ну, что я тебе скажу. В принципе, ребята, прошли. Не такой уж и сложный был последний этап. Я думаю, будет сложнее. Но мы прошли. И что же, зарабатываем 50 семян кого? Чего? Зомби-анпот. Понятно. А, гипногрипп. Кстати, мы его можем прокачать. Капуста. Цветная, ребята. Опа. Скоро тоже получит уровень. Next shite. Ну и морозный горохострел, друзья мои. В принципе, неплохо. Мне нравится. Что у нас с тобой еще осталось? Осталось выбить. Сколько там не хватает кубков? 10, да? 10 кубков. А, у меня не хватает на это, чтобы улучшить. 10 кубков, и мы с тобой получим 50 семян. 50 семян. На хокус-крокус. Поэтому поехали. Сейчас быстренько с тобой попробуем набить. Это буквально 2 боя. Я думаю, мы справимся. Так, какая у нас там с тобой комбинация? Я вот, честно говоря, не помню. А, так тут все поменялось. Тут все давным-давно поменялось. Ёлки-то палки.
Так, они, значит, боятся. Ага, это что у нас такое за растение? Что это за вспышки? Морковка? Да ладно, ты серьезно? В плане морковка, уменьшатор. Что-то не то здесь. Гипногрипп. Странно, странно как-то все. Ладно, я попробую, конечно, сделать такую комбинацию из растений, но мне кажется, что, как тебе объяснить-то, даже не знаю. Ну, несерьезно это как-то все. Тут же, тем более, блин, подсолнух, наверное, нужен, да? Подсолнух нужен. Я не знаю, хотелось бы, конечно, мину мне еще взять. Тут курицы. Курицы, ребята, что? Это опасно, курицы. Против курицы нам нужны, ну, шипы, как минимум. Как минимум. Чтобы курицы не смогли пробежать. Да. Блин, тогда у меня не получается. Я не знаю. Тогда у меня не получается. Твою же налево. Ну, придется подсолнух брать. Или гриб. Нет, все-таки подсолнух я возьму. Где этот дикий подсолнух у нас? Нет, лучше двойной. Ох, что у нас получится? Шиш его знает. Так, выставляем подсолнухи. Так, и пум-пум-пум. Ну, гипногрипп, наверное. Все, я не знаю, ребят, попробуем такой вот комбинации. Так, Вейн, это все понятно. Шипы, куда шипы ставить? Ну, я не знаю пока, куда их ставить. Вот сюда уменьшатор. Жить. Уменьшили. Что-то как-то медленно, или мне кажется? Ладно, пускай будет медленно. Так, а этого не будет, что ли, здесь? Или будет? Курятник от этого. Ну-ка. Да, иди ты. Так, здесь мы захватываем. Здесь уменьшаем. Вот куда? Вот он меня бесит, ребят. Вот. Ага, мелкий, который на нем находится, он сразу исчезает. Все понятно. На этом... Ох, ё, как я так попустил. Он мелкий, я его не увидел, ребята. Бывает и такое, да. Давай. Вот он. Курятник появился. Это плохо. Ну-ка. Так ты же должен сдувать же, он же... Он стоит на той самой площади. Я не понимаю, как это происходит, ребят. Сейчас еще сработает одна у нас с тобой газонокосилка. О-о-о, идут, идут. Давай вот тут, наверное, сделаем так. Уменьшим. А от них курицы будут мелкие или нет? Наверное, не будут. Куда еще курицы от них мелкие, да? Они сами там малепусенькие, какие-то еще и курицы от них. Нет, мы просто их продаем, да и все. Давай так вот сделаем. Ну. Ё-моё, не туда сделал. Не туда. Да может быть хватит уже, а? Что-то пошел какой-то разбор у нас нездоровый. Тут вообще никого нет у меня. Смотри, вот на этой линии. Со шкурой медведя идет. Уменьшить его надо. А почему? Вот, уменьшился. Так, что у нас там получилось? Ну мы выиграть должны, по идее, да, ребят? В этой гонке, ну, как-то очень тяжело и напряжно здесь все идет, если честно.
Так, мы зарабатываем перчатку. Нам нужно еще с тобой, да, походу, сделать один бой, чтобы я получил 50 семян. Верно же? Ну-ка посмотрим. Да, верно. По 5. Ну, тут не кубков, пускай будут гербы. По 5 гербов. Блин, а там 20 пиньят. 20 пиньят еще, ну это уже за 200, короче, за 200 щитов нам дадут с собой 20 пиньят. Это круто тоже. Давай, наверное, может быть, ускоримся как-то вот медленно, тебе не кажется? Так, let's rock. Reload. Let's rock. Чуть-чуть ускоримся, потому что ну как-то уж чересчур медленно. Чуть-чуть побыстрее сделаем. Лишь бы не переплеваться. Чуть-чуть быстрее сейчас. Жарево такое начнется, что запоешь, заплачешь. Так, давай-ка уменьшим, наверное, их. Врубим с тобой мяту. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот здесь надо. Прекрасно. Так. Шипы. Ну, шипы нужны, это вот именно против... против этих. Вон, вон, курятники. Вот против курятников нам нужны шипы. Эй! Ну, куда ты... Вот я офигею просто. Вот эта курица, я не знаю, ребята, она вот просто пробивает и все. И здесь то же самое, да, произойдет? Давай, дубасик там всех. Достали уже в корень. И здесь то же самое. Ну, трындец просто. Я в шоке с этого дурдома, конечно. Ну, что это такое? Ну, а здесь? Ну, сдунешь. Сдунешь. Сдул, елки-палки, аж 20 раз. Очень плохо. Очень, друзья мои, отвратительно. А курица не уменьшается. Ну, вообще замечательно. Просто гениально. А почему они, интересно, врезаются? Эти зомби, они что, ядовитые, что ли, вот эти вот? Почему-то курицы возле них погибают. Я вот уже заметил. Ну-ка, уменьшатор. Жух, уменьшились. Гипногрипп вообще не хочет мне никак помогать, понимаешь? Вообще никак не хочет помогать. Я понял, чего мне здесь не хватает. Мне здесь не хватает энергии солнечной. И, кстати, мы с тобой готовы проиграть такими темпами. Да, именно проиграть. Потому что у него уже 207, 18 секунд. Как он погиб за 3 секунды? Объясни мне, пожалуйста. Я этого не понял, ребята. Вот здесь был у нас Гаргантюа, наш Стручковый, и он погиб. Просто так, на пустом месте, как? Да, это все специально, конечно же, делается, ребята. Ну что, давай попробуем. Ну, блин, надо было не тратить гемы, там все равно далеко не ушли. А, я зачем-то это сделал. Ну что, надеюсь, на этот раз мы с тобой выиграем, блин. Мне нужно всего лишь получить 50 семян, и все, больше мне ничего от вас не надо. Ой, 50 семян, о чем я уже заговорился, ребят. 50 семян. Энергии не хватает у меня, вот именно солнечной. Let's rock. Погнали, я, наверное, буду заранее выставлять, ребят, так будет эффективнее. Всего, и сразу пускай выходят эти зомби супермощные у нас. Так будет, наверное, эффективнее все-таки. Да? Но я надеюсь, на это что-то будет эффективнее. Просто так вот их везде выставлять. На самом начале. Чтобы сразу уменьшать их. И все. Если понадобится вдруг, ну, будем с тобой вызывать здоровых Гаргантюа. Жалко, что шипы очень дорого стоят. Так можно было бы, конечно, шипы вызывать здесь. Ну что опять? Что опять? Прилетел здесь.
Ханорик этот. Давай, уменьшатор. Сюда вот шипы и влепить можно. Как раз против куриц. Тут можно сделать вот так. Пускай идет, разбирается. А наверху-то сколько вас? Эй, танцоры. Так, шипы как раз вовремя, да? Как раз шипы были здесь вовремя. Бесполезняк, да? Этому буйволу по барабану, что тут стоит рядом растение. Ему пофиг, понимаешь? Просто пофиг и все. В шоке, конечно, в диком я. Как-то работает все. Не пойму. Так, давай уменьшатор сюда поставим. Это тут свои тряпки разбрасывает, своих этих осьминогов фиговых. Ну, давай, 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 дави их. Я не знаю, что еще тут сказать. Ну вот как эти курицы просто разносят в хлам моих гаргантюа. Как они так это делают? Я не пойму. Они же тоже зеленые, они. Не знаю. Просто не знаю, ребят. Вот от этих куриц просто нету спасу. Просто нет спасу. Все. Вот этих зомби они боятся, курицы. Вот этих здоровых наших зомби курицы не боятся. Не боятся. Ну, зомбарей больших курицы не боятся. Чему? Не знаю. С чем связано, тоже без понятия. Давай, активируй. Сколько там еще? Еще 8 секунд. Вот это вот укрепление на голове у них тоже я особо не вижу, чтобы давало какое-то преимущество. Эти арбузы, да, на голове. Но главное, что мы с тобой все-таки забираем 50 семян. И там мне еще понадобится, по-моему, 50, если я не ошибаюсь. То есть еще придется повоевать на самом деле. Но не сегодня. Давай-ка глянем. Да, 50 семян, ребята, на крокус-покус. Итого мне не хватает всего лишь 15, друзья мои, семян. 15 семян. Если не ошибаюсь, можно их, по-моему, получать за гемы. Если, конечно, не отменили. Сейчас глянем с тобой в магазине. Так, где тут у нас магазинчик? Или все-таки отменили? Подожди. Вот, ребят, не отменили. Но это 10. 10, да, мы с тобой получим. А нам не хватит еще. Блин, нам еще не хватит. Так, Виолет. 21 гем, а нужно 34. А нужен 34. Так, у нас. А зачем я сюда иду? Сюда идти не нужно. Ну, гемы можно заработать, это понятное дело. Ну-ка, может быть, даже здесь? Ага, здесь только две конфеты. Тут только лишь две конфеты. Сколько у нас еще с тобой вот этот вот распродажа будет длиться? Там показано время или нет? Так, погоди, где? Вот. А, еще 12 дней. Ребят, я успею накопить 34 гема. Ну, тут, конечно, немножко меньше. Надо будет всего лишь 13. И мы докупим с тобой. И у нас будет это растение уже в копилочке. Пускай первого уровня, но оно у нас будет. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.